10 40-квартирных домов или в общей сложности 400 квартир в столичном микрорайоне «Спутник» продолжается масштабное строительство. На сегодня завершается возведение 5 многоквартирных домов. Уже в конце этого года кто-то справит новоселье. Самой высокой готовности у нас строение номер 1, 2 и 5. То есть их в плане завершить в конце октября месяца. То есть там заканчиваются отделочные работы. Приступаем к благоустройству территории первых 5 домов. Отопление, электричество, канализация, многоквартирные. В квартирных домах предусмотрены все инженерные сети. Выполнять будет подрядная организация работы по устройству асфальтобетонных проездов, благоустройство детских игровых площадок и озеленение территорий. Сети инженерные на данный момент к 5 домам практически все подведены. Водопровод, канализация, отопление. Ведутся работы по устройству электрических наружных сетей. В каждом многоквартирном доме предусмотрена квота на социальное жилье для детей-сирот и по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Так, ключи от 101 квартиры будут переданы детям-сиротам, а по программе переселения обзавестись новым уютным уголком смогут 18 семей. Строительство современного жилищного комплекса полностью завершат к маю 2023 года. Айра Сад, Владимир Шуртук, Мирана Эргит, Тува, 24.